Всегда с улыбкой, всегда на позитиве. С первых минут общения с педагогом этот настрой героини почувствовала и наша съемочная группа. Возможно, еще и поэтому фото Ольги в числе 27 других педагогов Барнаула оказалось в этом году на доске почета. И здесь она тоже с улыбкой. Я удивлена, и мне очень приятно, что мне такое доверие оказали висеть целый год на доске почета. Да, это признание заслуг. Сразу после награждения в класс там уже заждались третьеклашки. Азы английского постигают в игровой форме. Ольга говорит, это ее метод. Так детки быстрее и проще запоминают новые слова и выражения. Я вижу, что через игру дети лучше запоминают. Это просто с годами выработанная уже методика. Театральная деятельность. Очень люблю разыгрывать сценки с детьми, импровизации какие-то, ситуативные, в зависимости от темы урока. На Новый год обязательно разыгрываем какую-нибудь инсценировку, сказку ставим с масками, с зрителями. Глаз горит и у детей. Тянут руки и желают ответить на вопросы все без исключения. Согласитесь, для школы все же редкость. Английский язык тебе нравится и почему нравится он? Да, нравится он. Может пригодиться в жизни. Тимофей, расскажи мне об Ольге Александровне. За что ты... Вот она тебе нравится вообще как педагог? Ну да. А за что? Почему? Ну, она хорошо объясняет где-то. Еще она, понимает, когда, и добрая. Добрый, отзывчивый человек, преданный своему делу и всегда готовый прийти на помощь. Это уже отзывы коллег об Ольге. А еще они тоже отмечают ее улыбку и доброту. Вы лично чему-то у нее научились, я так понимаю? Доброте. Доброте. Вот она такая добрая, всегда с душой, с добром к детишкам, к маленьким, к нам. То есть она никогда не нервничает, она не кричит. Все по-доброму, как-то вот сдержанное, наверное, можно сказать. А педагог должен быть добрым? Должен быть, да. Ольга призналась нам, что, конечно, устает, особенно к концу учебного года, но желание сменить профессию никогда не возникало. С детьми ты всегда сам моложе, сам веселее, несмотря на те проблемы, которые у взрослых бывают в быту, в окружающей жизни, какая-то политическая ситуация. Ты приходишь в школу, и с ними ты забываешься. Они у нас чему-то учатся, но мы, конечно, у них тоже многому учимся. Быть на позитиве помогает и семья. Ольга рассказала, что муж и дочери всегда поддерживают. Ну а старшая в свое время помогала маме с проверкой тетрадей. Так что теперь в семье уже два преподавателя английского. Можно сказать, династия. Татьяна Голубева, Дмитрий Денисов. День с толком.